важнее любых денег, жизни и здоровья детей. Поэтому происшествия с несовершеннолетними всегда шокируют и заставляют о многом задуматься. 7 сентября днем в Иркутске водитель иномарки сбил 9-летнюю девочку. С серьезной черепно-мозговой травмой школьницу доставили в больницу. Все случилось на улице Байкальская в микрорайоне Солнечном. Предварительно девочка перебегала дорогу в неположенном месте. 36-летний владелец машины не успел затормозить. Шофер скрываться не стал. Скорая приехала на место происшествия спустя 5 или 6 минут. Все это время школьница лежала на земле и практически не двигалась. Ее госпитализировали в Ивано-Матренинскую больницу. В это же время сотрудники полиции пытались не только разобраться в обстоятельствах аварии, но и установить личность пострадавшей и ее родителей. Сделать это сразу не удалось, так как у ребенка при себе не было вещей, по которым можно было бы определить имя девочки. Только спустя 5 часов с родителями школьницы удалось связаться. По факту ДТП прокуратура начала проверку.